Алло. Алло, говорю. Добрый день. Ну, в общем-то, в нашей жизни сейчас происходит масса событий, но одно из важнейших, пожалуй, это день рождения нашего шоу. Примерно год назад произошло вот это вот зачатие, можно даже сказать, непорочное зачатие нашего шоу. Прошел год, и сейчас, конечно, хочется вспомнить, как я подобрал щенка, фактически юнца, не оперившегося воробушка, если хотите. Я сейчас говорю о Борисе Жердине. Вы поняли, что речь идет о Антоше Косякове. Спустя год я могу с полной уверенностью сказать, что мальчик состоялся, талантливый пацан. Кстати, вот этот кубок, который я держу в руках, это кубок из Нью-Йоркского метрополитена. Он его получил за то, что как бы являлся самым активным контролером этого года. Не все знают, что Антошка Косяков в свободное от работы время подрабатывает в МТА. Для чего он это делает, спросят многие. Да, так вот, многие спрашивают, для чего Антоша работает в МТА. Ребята, здесь все просто, здесь все банально. Он зарабатывает себе пенсию. Вот. Еще, кстати, очень удобно, когда большой подбородок, что же делаешь? В этом году Антошка познакомился с одной очаровательной особой, которая, как и все предыдущие очаровательные особы, мечтает стать его вдовой. Но хочу заверить сразу, друзья, что, как правило, Антоны и им подобные, они живучие. Взять хотя бы известного Антона Павловича Чехова. Я хотел бы загадать вам загадку. Кому не хочется покоя? Сейчас многие из вас ответили покойнику. А я отвечу сердцу. Здрасте. Я сейчас буквально секунду на паузу поставлю. Ну, в принципе, я не подключен. Друзья, что за событие грядет? Год дан ушел. Представляете, целый год. Еще буквально каких-то 12 месяцев назад мы совершенно не знали друг друга. Я уже был маститым радиоведущим, и тут, помню, подбегает еще ко мне, вот такой на коленях. Подбегает ко мне Виктор Гендельман, вот такой вот на коленях, и просит. Из этой невнятной речи и невнятной внешности я понял, что он хочет работать на радио. Ну так хватит о Викторе Гендельмане. Поговорим о талантливых людях. Да. Год дан ушел. Вообще, день рождения – это хороший праздник. Вспомните буквально наши детские годы, когда мы праздновали день рождения. Когда мы были совсем маленькими, и мы этот праздник еще совсем не понимали. Вот, наши родители не понимали, просто нет. День рождения, когда мы... А родители нас на стульчик ставили. Расскажи какой-нибудь стишок. И мы: у меня бегут года, скоро уж 17. Ну вот. И потом, когда нас отпускали, наш отец так стоял и в зал, там сели гости, говорил: ой, растет. В общем, друзья мои, день рождения — это праздник со слезами на глазах. В чем мне сейчас стоять, ржать, да? Поэтому оставайтесь с нами на этот год, и, в принципе, вам будет хорошо. Потому что мы, скорее всего, приносим удачу. Ну, по крайней мере, мы хотим в это верить. Да. Это был Эйнштейн. По крайней мере, на него очень похожий человек. Там еще раз. Аватар, блин. Что это, блин? Петрушка и Манто? И, соответственно, мы. Оставайтесь с нами на нашей волне.